Пользуясь случаем, передаю привет в Ростовскую область, поселок Персиановский, где эта песня когда-то лет 22 года назад где-то. Эта песня звучала во всех студенческих общежитиях. Итак, разбираем песню Гарика Сукачева. Эй, ямщик, поворачивай к черту. Значит, левая рука. Это начало вступления. Теперь куплет-припев. Эй, ямщик, поворачивай к черту, новой дорогой проедем домой. Эй, братан, поворачивай к черту, видишь, где наша лица чей-то чужой. Здесь же камни навалены. И там еще есть специфика, когда третий куплет играю просто я без голосов, просто аккордами. Все, брат, прорвались, прямая дорожка, вольному воля дана небе луна. А ты попридержи-ка лошадку немножко, видишь, совсем заморилась она. Ну-ка дай папиросыку, ну и так далее. Давайте теперь разберем голоса. Итак, ищем терцию данную. Вспоминаем упражнение. Аккордик вот этот вспоминаем. Итак. Теперь мизинчиком опускаемся на одну клавишу вниз. Здесь мы перепрыгиваем вообще вниз. Оставляем вот этот палец. Просто аккордами, поэтому под аккорды и поешь, получается. Эй, ямщик, под аккорды, смотрите. Эй, ямщик, поворачивай к черту, новой дорогой проедем домой. Эй, братан, поворачивай к черту, это не наше лицо, чей-то чужой. Поворачивай черту, да, 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 да
Вот такая вот очень-очень-очень красивая, очень замечательная песня в компаниях на ура. Всем удачных занятий!